А где проживаешь? В Саратове. В Саратове. А за что задержан? Не знаю. Ну, объяснили, когда задерживали, за что задержан? Говорят, вымогательство. Вымогательство. А обстоятельства вымогательства какие были? Не было такого. Не было такого? То есть обвиняют в том, чего не совершали? Так точно. Ваше место работы? Компания «Домашние деньги». А должность какая? Служба безопасности. Сотрудник? Да. В камеру посмотрите прямо. Поднимите глаза. А я могу не смотреть? Поднимите глаза. А я могу не смотреть? Нет, не можете. Почему не могу? Я обязан вас снять прямо и в анфас, сбоку. Повернитесь полоборота. Пояснить по поводу чего задержали, можешь? Конечно, могу. Ну, расскажи, пожалуйста, двух словах. Ну, не подробно, хотя бы так. Я пришел к человеку, и там были пьяные люди по этому адресу. И я ушел. А зачем, к какой цели приходил? С целью увидеть человека надо было мне, девушку. Я ее там не застал. А девушку для чего была нужна? Она должна была денег. Кому? Компанию. То есть ты хотел выяснить у нее, почему она не платит, да? Нет, я хотел выяснить вообще, есть ли она такая, есть ли такой человек по этому адресу. И дальше что произошло? Ну что произошло? Сказали, что нет такой, я стал выходить, все. Потом сказали, что вымогательство. То есть после этого уехал домой и куда? Ну да. И уже в Саратове тебя задержали, получается, да? Да, спустя несколько времени. Некоторое время. А был на машине там, в Энгельс приезжал, то есть, да? Да. Какие... Девушка сколько денег была должна? Я не знаю, я никак бы не за деньгами туда ехал. Я вообще узнал, приехал туда, если ты человек там. Моя цель была не деньги у нее взять, а узнать, она есть или нет, как бы, не совершилось ли мошенничество. В отношении вашей фирмы? Да, то, что не случилось ли так, что человека нету, а на него оформлен кредит. А первый раз туда приехал? Второй. Первого раза я не нашел бы никого. Ясно. Какие-нибудь противоправные действия совершали в отношении девушки? Нет. Девочки? Девушки. Я ее даже в глаза не видел. А, вы ее не застали? А кто вышел? Вышла мама. Ну, как я узнал вчера, что мама говорит, что квартиру снимала. Потом вышел ее сожитель или супруг, не знаю, что-то. И еще кто-то там третий вышел. И у тебя с ними конфликт произошел, да? Ну, как конфликт? Они пьяные были. И... Из-за того, что они пьяные, они там начали так ненормально разговаривать, хотели затащить меня домой, там, не знаю, для какой цели. Я просто оттолкнул их, закрыл дверь и уехал. И все. То есть никаких противоправных действий с твоей стороны в отношении? Да не было. Они, ну, какие действия с ними иметь, если они говорят, что они квартиранты? Что они там даже не живут, и я как бы не разобравшись в этом. Какие я могу действия делать посторонним людям. За что задержан? Непонятно за что. Сказали, что я женщину какую-то вымогала деньги и бил, говорит, кулаком по морде. Я не видел ни потерпевшего, никого. Первый раз в жизни прочитал такие вещи, то, что я кого-то вымогал деньги или еще что-то сделал. А ваше место работы какое? Я не работаю официально. Не работаете. Ну, по вашей версии, как все произошло? По моей версии, я вообще в Энгельсе полгода один раз бываю. Я там не был, и не было таких разговоров вообще. Я туда вообще приходилось забраться, чтобы посмотреть, что с братом случилось. И вас задержали? По причине брата задержали. Взяли на меня какую-то вещь, закинули. А брат ваш где работает? Компания «Домашние деньги». Кем? Себовцем. Служба экономической безопасности. То есть вы помогали брату, да? В каком смысле помогали? Я не помогал. Ну, подвозили там на машине, вместе с ним ездили или как? Не было. Один раз в жизни, то месяц два назад.
То есть в том, в чем вас обвиняют? Не было такого вообще. Чтобы я кому-то ходил, вымогал деньги. То я когда приезжал, я стоял около машины внизу. Он поднялся, ему надо было перефоткать, постпроверку сделать. Проверку чего? Человека, клиента, который ему надо выдать займ человеку. Персональный менеджер оформлял ему займ. Там какой-то персональный менеджер допустил ошибку. И он исправляет эту ошибку с Москвы, ему отправляет, чтобы перепроверил, почему ошибка и что не так. Вот он пошел исправлять ошибку. 2 минуты он вернулся, мы уехали. А он что пояснил, брат? Что произошло? Брат, что пояснил, что произошло? Ну там фотку какую-то дома не сделали, адреса. Какую-то фотографию пропустили, он сделал фотку, уехал. То есть ничего там брат не пояснял, что произошло, что там конфликт какой-то с кем-то нет? Нет. Такого не было, да? Давно было, 2 месяца назад. А вот за что задержан, то есть это... За что задержан, да, говорил. За я, говорит, пришел на адрес, постучался узнать, вообще живет ли клиент там, вообще живой, не живой, здоровый. Узнать пришел, я постучался, мне дверь открывает, двое пьяных мужиков. Один на руку, на голову, руку кидает, ой, коллектор, говорит. Я говорит, сказал, успокойтесь, нормально, я пришел с компанией домашних денег с вами пообщаться. За службу безопасности. Второй так, говорит, начинает. Я взял одного, убрался, оттолкнул. Второго, говорит, сюда дернул, просто тоже туда, в сторону дома оттолкнул, и чтобы дверь закрыта, и уйти от всего этого избежать. И все, говорит, я на этом ушел. Я прихожу вчера туда, прихожу, это потерпевший, говорит, боевым пистолетом, говорит, ему глаза, говорит, тычет. Типа вымогал деньги. Мама говорит, не было никаких угрожающих слов. А этот говорит, что было. Они оба рядом, говорит, стояли, брат мне объясняет как. И сам он говорит, мама тоже говорит, да, я там была. Я говорю, а как тогда, получается, ваш сын видел все это, слышал, говорю, а вы не слышали. Ну, не знаю, сын так говорит. Они не в трезвом состоянии, что говорит, будет, брат. То есть вы их вообще не видели? Да не, я вчера первый раз в жизни, сама мама даже подтвердила, я говорит, его вообще не видел, первый раз в жизни. Не, вы вчера, когда вчера, позавчера это было, вообще вы выезжали в Энгельс туда? Нет, вместе, нет, нет. То есть брат один ездил? Да. Без вас? Да. А вы за что задержан, получается, тогда вас? Я приехал вообще вчера ночью, когда нас забирали, якобы из-за того, что машину брат розыск подали. Ему позвонили домой, мы дома были, угу. Это ближе к час ночи. Машину, говорит, розыск ищет машину. Он говорит, сейчас приду, узнаю, что. Я говорю, давай подожди, я оденусь, скоро с тобой пойду, узнаем, что случилось. Я с ним пришел, в Кировское отделение пошли, оттуда с Энгельса приехали, и меня вместе с ним. Я говорю, да ладно, поехали, говорю, я там постою, узнаю, что у тебя случилось. Туда приезжаем, он говорит, коллектор, не коллектор. Я говорю, давай сейчас решим тогда. И по ходу дела уже на второй день утром на меня уже вещи написали. Непонятно за что. Якобы я и шел, говорит, вымогал деньги. А когда? Что когда? Ну, вот, вымогал? Да. Не узнал. Вот этот же день, говорят. Я могу тратить сколько угодно людей привезти в этот день, чтобы меня в Энгельсе не было, я что, где я был. Ну, то есть вы таким противоправным действием не занимались, да? Я даже никакого отношения не имел вообще к таким вещам. И то есть вот... Какая компания еще раз, брат, работает? Компания «Домашние деньги». То есть в «Домашних деньгах» никогда не работал, да? Нет. И сотрудников, которые там работают, не знаете никого? Нет. То есть у вас никакой связи с ними нет, да? Ну, как я брата своего знаю и директора за счет того, что брата знаю. Они там пару раз пересекался с ними. И все. Ясно, понятно. Посмотрите на меня прям. Теперь влево повернитесь. Нет, полностью. Телом повернитесь, вот так поставьте. И обратно.